наши ожидания на 100%, потому что это было противостояние двух великолепных технарей от бокса, да, то есть мы сегодня увидели и руки, мы сегодня увидели и кровь, мы сегодня увидели и нокауты, и мы сегодня увидели вот такой очень умный, тактически выстроенный поединок, за которым было одно удовольствие наблюдать. Моментами зал промолкал, и мы замолкали вместе с ним, брали паузу, потому что бойцы всех держали в летейшем напряжении. Два мастера пытаются друг друга переиграть, расставляя друг друга сети, заманивая друг друга в эти ловушки. На ударной дистанции они оба стояли. Да, и от этого, опять же, напряжение было еще более сильным. Мы прекрасно понимаем, что вот это самое напряжение эмоциональное, оно потом в дальнейшем может перерасти в напряжение физическое, да, когда ты сжигаешь кислород, сжигаешь калории в два раза сильнее. В общем и целом, да, поединок получился достаточно ровным, но все-таки, вот опять же, да, и судьи со мной согласились, я думаю, что у тебя было такое же мнение. И сам тебя спорить с этим не стал. Да, 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 но он вообще не из таких, как бы, да, кто потом будет оспаривать какие-либо решения, да. Но это первое поражение в его классной карьере. Да, но он принял его с достоинством, как подобает настоящему мужчине, как подобает настоящему воину. Неизвестно, будет ли, опять же, Денис продолжать, потому что сколько мы видели таких вот уходов, да, когда там всегда 100%, маме обещал, папе обещал, сыновьям обещал, внукам обещал, всем, а потом выходит и дерет еще. А так он допрыгнул, как он после ледового бокса. Это с ноги ему, да. Здесь, конечно, по хребтине, блин, можно было бы прям это... Вон, а, золотой, значит, бросил, да, в него водой? Хорош, да. Вот такую стратегию золотой, да, весь четко понял, водичкой полил спину. Полы повытирали. Несколько минут. Я думаю, что это будет круто. Это будет очень круто. Единственное, я не понял, кто с кем будет драться. Я тоже не понял ничего. Влад Уйнов может подраться с Павлом Шерестом реваншем. Потому что у них была ничья. Опять же, ничья такая противоречивая весьма. И соответственно, хорошо бы им было разрешить. В целом, да, и титул вакантный. 77 больше претендентов нет. И, возможно, логично будет, если они разыграют. Да, и вот как раз победитель этого противостояния потом, наверное, может подраться и... Ну, что скажешь, Сергей Сергеевич, как, в общем, это к тебе? Не скажу, что прям в восторге. Ну, плохой турнир. Нормально. Странности. Странности, Сергей, странности. Очень. Да. Ну, вот видишь, он говорит, один из лучших. Я тоже думаю, да, двадцатка будет. Выходит с Днем Победы, поздравите народ. Ну. Везде были непонятки. И смотрите, ходит в какой-то штуке. Что, продает что-то? С коробкой, типа, корабельник он. Когда-то был, не было такого, типа, в Москве. Он корабельник ушел. Потому что было. Всем доброй ночи, с вами был Роман Мазуров и Денис Лавкин.